В новом 2017 году на территории города Новошахтинска произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешехода. Поэтому с целью профилактики аварийности сотрудники ГИБДД совместно со средствами массовой информации и общественным движением «Я езжу по правилам» проводят рейды, направленные в очередной раз привлечь внимание водителей к соблюдению правил дорожного движения, а именно останавливаться перед зеброй и пропускать пешеходов. Областная акция «Пешеход» продлится с 28 января по 23 февраля. Сотрудник ГИБДД не перестает обращаться к водителям автотранспортных средств и ко всем жителям Новошахтинска быть внимательными на дорогах. Конечно же, обращаемся к жителям нашего города, соблюдайте правила дорожного движения. Носите более заметную одежду в темное время суток со светоотражающими элементами. Это обеспечит вашу безопасность при переходе проезжей части. Также у нас проходит декадник «Безопасная дорога детям». В рамках ее мы уделяем внимание перевозке детей и пассажиров, а это статья 12.23, часть 3 Кодекса административных правонарушений. Участники акции во многих районах города выявляли нарушителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам. Кому-то сотрудники ГИБДД делали предупреждения, а кого-то пришлось и штрафовать, напоминая лишний раз, что нарушение правил дорожного движения наказуемо. И лучше предупредить, чем выезжать на место аварии.